От фундамента до изразцов в Нижнем Новгороде торжественно открыли домик Петра I. Завершилась реставрация объекта культурного наследия федерального значения. В 2015 году здание в аварийном состоянии было передано Российскому военно-историческому обществу. Согласно преданию, в этом доме император Петр I останавливался дважды. Первый раз в 1695 году перед Азовским походом, второй в 1722 когда приезжал в Нижний Новгород для посещения могилы Кузьмы Минина. В планах реставраторов создать исторический интерьер, сделать трапезную в русском стиле с русской кухней, проводить экскурсии и праздники воинской славы, водить туристов. Еще в планах облагородить территорию и восстановить историческое ограждение.